условиях что-то шепчешь мне. Говоришь, что позволить все себе я смогу, и бабла будет столько, что я не унесу. Я тебя уверяю, у меня все есть. Даже где-то на балконе валяется жесть и кусок арматуры, что с работы принес. И почти не голодный мой породистый пес. Снова шепчешь мне в ухо, что живу я не так. Может быть по-другому, че я как дурак. Даже шейхи с востока позавидуют мне, если я соглашусь и доверюсь тебе. Опять кредит по сниженной процентной ставке. Опять кредит толкает менеджер мне с банка. Добрый день! Вас беспокоит отделение банка «Много денег». Прямо сейчас вы можете оформить кредитную карту до 5 миллионов рублей с самой низкой процентной ставкой 99,9 годовых. Ей вы можете воспользоваться когда угодно. Вы обязаны ей воспользоваться. У вас нет другого выбора. Набираю твой номер, отвечаешь ты мне. Я заранее знаю, что ты на нуле, что твоя философия дожить до утра. Ну а мне нужно впарить тебе кучу бабла. Буду я говорить, что ты станешь богат. Буду врать тебе столько, лишь бы был бы ты рад. Ты доверишься мне, дам кредит тебе я. На работе прибавку получил за тебя. Вот теперь я спокойно, можно месяц прожить. И теперь я смогу свой кредит оплатить. Я, как ты, дураков, развожу на лаве. Мне плевать на тебя, я печусь о себе. Жги, Серега! Опять кредит по сниженной процентной ставке. Опять кредит толкает менеджер мне с банка. Деньги, деньги, деньги! Что? Можно взять? Да! Давайте! Давайте, давайте, давайте! Все беру! Все беру! Все! Все беру! Я тебе поверил, и теперь на нуле. И звонят без перебоя коллекторы мне. Я тебе поверил, и теперь на нуле. И звонят без перебоя коллекторы мне. Я ничего не брал! Нет, не брал! Не надо! Не надо! 99,9. Опять кредит по сниженной процентной ставке. Опять кредит толкает менеджер мне с банка. Вот такая она жизнь, вот так вот живет. А кому сейчас легко? Никому. Спасибо, наши хорошие, спасибо.